на секс за деньги? Нет. Правда, что женское «нет» означает «да»? Сейчас трем от краски вообще заеб. Нормально, нормально. Трем. Вот просто буду вешать такие вывески. Может, у людей совесть заиграет, и они уберут за собой это говно. Просто не знаю. То есть мы были на улице, и кто-то нагадил. Че, братан, вкусно, да? Вкусно? Смотри, дядя, у тебя мышонок. Мамка 21 века. Oh!
мой младший брат Джордж. Это мама свинка. А вот папа свин. Are you ready? If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it, say meow. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, say meow. Ты непослушный мальчик. Не отвлекай меня, не отвлекай меня. Если ты этот, ну, слова будешь мне переговаривать, вот мне переговаривать. Будешь говорить, я вообще не стану с тобой разговаривать и никогда не буду дружить. Вот меня, мама, добренько, послушай меня спокойно. Не орать, не кричать, не орать на меня. Ну, а как на тебя не кричать, когда Нурик, я тебе раз сказала нормально, два сказала нормально, три сказала нормально, а ты меня не слышишь. Спокойно, вот так сказал Нурик, я тебе сказала раз. Если ты будешь баловаться, вот так скажи, потихоньку, как я повторил. Хорошо. Вот так. Но если я вот так повторю тебе, и ты меня не будешь слушаться, что мы сделаем? Поругаемся. Поругаемся, вот. Что, спишь? Не спишь? А что делаешь? А? Что делаешь? Стоишь так? Иди постой там, где. Сколково стоят такие урны для раздельного сбора мусора. Очень такое новое веяние у нас. Подходишь там. Не работает. Ну ладно, вот так вот тогда. Опа! Вот так вот.